И всем привет, мои дорогие геймеры, с вами снова я, Демин Богдан, или по-другому Радужный Слизень. Вот вы честно, напишите в комментарии, вот как вам нравится, только честно. И всем привет, мои дорогие геймеры, с вами снова я, Демин Богдан, и всем привет, мои дорогие геймеры, с вами снова я, Радужный Слизень. Вот так, скажи, ты как больше нравится, один там, где Богдан... Или в два. Ну а тем временем мы будем играть в Among Us. Вылетаю из такси. О боже, какой я же красив. Давайте найти игру. А? Так, тыковка. Че, красный же есть. Давайте вот так, как маньячок. Ну-ка, давайте. Так что ждать будем целых. Ну ладно. Трое. И кстати, как мне лучше, с песней с ней, или без нее? Вы мне честно напишите, как вам больше нравится. С песней или без. Я могу ее выключить. Вот 10 игроков. Я всех зарежу. Конечно, членики пар. А как же по-другому? Ладно. Сколько заданий? Да уж. Заданий завалить. Зачем? Дали на это окно. Я за Путина. Голосую, чтобы он был президентом. Я хотел за Путина. Ну, спел. И кого? 100% это Путина. Говорю же, он читы подрубила. Это же Путина. Так, тут нету два. Жима. То со мной вообще нет заданий. Ладно. Если он там... Если он сейчас оттуда не вылезет, то ему жопа. Вылезет. Ты предатель, а так мне... На суде и шлем на мне. Ну-ка, я сейчас посмотрю. Сейчас проверю, если там труп, то это 100% сел. Трупака нету. И как думаете, кто предатель, а? Это я до сих пор не понял. Не могу понять, они... Так, у меня выводит задание. Я еще до сих пор... Так. Хуя, несколько заданий, выводит... Так, о, это прикольное задание, я сразу знаю. Так, короче. Я за Путина, чтобы он был президентом. Я, короче, вот так просто напишу. Путин еще остался.
Я, короче, за Путина. Туалетку-то зачем? Алло, это же туалетка, а? Да понимаю. Теперь без туалет. Теперь без туалетной бумаги. Хочу. Я думаю, что это второй Путин. Так, где тут этот Путин, а? А, стоп, я же в ВДВ не закончил. Нет. Так. Я опасный. И, кстати, если вы напишите, что да, надо, что надо музыку, тогда, когда будем играть в Among, я это буду включать вот так. Так и знаю, что это Путин, я же говорил. И шлем на мне, звезды в тьме, то предатель в корабле. Я исправно все чинил, но я в космосу. Это ГГ. Это ГГ. Ну что, Путин, спалился. И шлем на мне. ГГ. За Путина! Ой, ты так и сейчас повезла. Мясные кнопки страж, обсуждая, обвиняя, выгоняя в пух и прах. Окей. Никого. Ладно, не буду подпевать. Дайте эту карту. Хотя мне обычно. Так, не никто меня не слышали. Да, я тоже видел. У меня пока рекламы нету. Так что вот так. Мне. Вот так. Так что может. Вот так. И кстати, я хочу вам сказать. Одно. Пожалуйста, подпишитесь. Потому что просто я просто. Мне эта подписка очень нужна. Ваша подписка. Потому что. Я то, что там вот это там 60 с чем-то 60 с чем-то только с подпиской. А там не без подписки, вы это понимаете. Поэтому надо подписаться и поставить лайк. Вот так. И, конечно же, нажать на колокольчик, чтобы мои видео больше не пропускать. Как думаете, поменять миску? Ну, давайте. Ладно, напишите в комментариях, что у вас там творится. А ну-ка, что ты написал? Это я богиня, богиня кошек. Ты. Бог. Ты богиня. Где? Биолог. А посмотрим, что она на это среагирует. Кстати, почему целый день не было видео? Потому что я в начале дня выпустил. Я знаю. Стоп. А, вспомнил. Взаимно. Опа. О, еще плюс двое. Нормально. Еще парня брыз. Сама брыз. Сама брыз. В Украине такой. Это же бриз. Это над в Украине рядом с напротив 9-й школы, там есть двор, рядом еще двор, и там есть магазин. Аппетит перед ним бриз, магазин бриз. А я еще
А я еще написала сама Бриз. Ёшкин кот. Ну, если она с Украины, тогда тоже... Ой, короче. Начинает... Ладно. Но я в космос угодил. Только не этот оранжевый черный. Во, вот так. Короче, о, наконец-то. Бой! Да, это... Ничего обычного, правда? О! В смысле? Так, стоп, чё? А чё так мало заданий, алло? Я не переду. Так. Я в люке сидел, но я не пред. Чё? И когда будет 1000 подписчиков, я проведу стрим. Вы сможете со мной поиграть. Короче, знаете что? Вот как я понял, у меня есть шансы такие. Шансы стать предателем 0. Стать мирным — бесконечность. Как я такое понял? Правильно я же все поняла? Если правильно я понял. Потому что как так можно, алло? О, это легко задание. Призрак. Кстати, а что если я себе тоже такой ник сделаю, и я возьму себе красный цвет? А? Это же будет класс. Тогда я буду предан. А, это же нормально будет. Ты напиши, кто предан, а кто верит. Ой, всё. Вот, всё, теперь нормально. Ой-ой-ой, призрак. Так. Я иду к мне, кто предан, в корабле. Я исправно все чиню. Ладно, вот еще раз. Кстати, короче, я случайно сделал одну штучку, я там стал предателем. Хочу еще раз. Ладно. Нет, не такую штуку. Вот. И во. Во, нормально? Как думаете? Коронавирус, уходите все от меня. Я вас всех боюсь. Корона сирит нас. Корона сирит нас. А что, реально? Вот если честно, я вот болею. Но это не корона, не колонна. Это не корона. Вот так. Mm.
Я за военку мат. Кто не хочет получит повестку, я подальше от военкомата. Военкомат! Где ты? Только не ты. Я не хочу туда пойти. Если там еще будет, это военкомат, если там будет труп. Где? Фух, если бы кто-то сказал, что в электричестве, он бы 100% предатель. Потому что я был рядом с электричеством. Я за военкомат. Кистра аж обсуждали, обвиняли, выгоняли, выбро. Где? Первого предателя дезактивировали. Это уже очень хорошо. Тут никого. Где? Где? Кто предатель? Тот сам. Нет, кто предатель, тот сам мой крутой. Во, он так. Вот на рассоле эши на мне звезды тьмы. Скорпию и фруту шизуту левку. Леди, саботаж. Мне красные кнопки сразу. Обсуждаю, обвиняю. Похоже, такая не работает. Тема. Тогда есть покрутить ее, Кама. Вы же поняли? Я король кошачьего. Кошачьего. Мира. Я король. Тут, подайте, меня убьете. Ок. Так, все. Вы все в видео. Вы все видео. Чтобы хоть знали, чтобы не так печально было. Похоже, никто не среагировал, что он видел. Я хоть могу один раз за серию стать предателем, чтобы показать, как я играю. Я задание, короче, выполнять, а? Где? О, на юг. Что? Это я тут что-то? Ах ты ж, гад ты.
что-то такое, а? Ты гад-то какой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Аня чуть пишет. А, тут не знаю. А где это оружие? Не, это связь. Стоп. О, это не то. То реактор. Чё? Стоп, я не могу понять, где электричество. Ясно. Давайте я вот так поставлю. Вот. Green, Capicol, Green, вот бумага. Green, Capicol, Green, вот бумага. Green, Capicol, Green, Capicol, вот бумага. А вы совсем забыли, как летает моя ламба. Green. Нет. Я хочу уже побыстрее это видео закончить. Вытяни особо будет. Так, только я не могу понять, где, чёрт, твоя мать, оружие. А! Чё? В смысле? Говорю, что это ванькомат! Надо протянуло. Короче... Тысяча подписчиков, стрим. 100% стрим, когда будет ровно 1000 подписчиков. Вот так. Просто только я так долго делать стрим. До этого времени я стрим не смогу. Если у вас есть или компьютер, но вы не с одного устройства играете, и мой стрим смотрите, то вы сможете со мной. Потому что я там поставлю на красненькую. И, кстати, запомните, что я играю на нижней, так что запомните это. Поэтому, на этом мы будем, наверное, заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ну ладно, а то что? За всю игру не было предателем. Ну, интереснейшее было. Правда же? Только не мы. Конец свой страшный, предателя опасный. Меня не слышал. Не удается скрыться, вам не найти убийцу. Погоди. Я, кстати, Дуримонда, я Петровна. Я забыл, знаете что? Рассказать вам секретики. Рулетики. Если вы предатель или мирный. Если вы мирный, то если кто-то вот это задание делает, сразу идите, нажимать кнопку и его выкидывают. Потому что это 100% продажа, потому что это фейковое задание. Этого задания вообще нету. Это делали специально. Вот так. Так что знайте. Это, возможно, вам будет полезно. И, кстати, вот еще, сейчас еще один совет скажу. Если кто-то вот тут стоит, делает задание, ты притворишь, что ты тоже делаешь задание. Когда он только зашел, ты вот так делаешь. Прыг. Ой, убил? Вернулся на место, сюда вылез. И у тебя как раз будет время убить и назад залезть. Сюда, и он подумает, что он будет мир. И он может сказать, что
вы были с ним, что вы были с ним, и он не смог бы убить. Так что годный лайфхак. О, еще один. Вот. Ну, на этом мы будем уже заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Если вы хотите быть предателем, поставьте лайк и подпишитесь. Ну, а на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.